Здравствуйте, дорогие зрители! На этом видео я вам покажу, как я выращиваю портулак в открытом грунте. Для этого я уже землю подготовил, бороздочки отрыл. Бороздочки я взял 0,5 сантиметра глубиной, где-то примерно так, и увлажнил заранее, чтобы семена попали в влажную среду и быстро взошли. Семена у меня купленные, вот такой называется портулак огородный, восточная закуска. Сейчас посмотрим, что производители нам положили в пакетик. Ну вот, семена такие, видите, очень мелкие, поэтому обязательно надо, чтобы посадочное место было не так глубоко. Сейчас мы семена распределим. Кстати, семена на всхожесть не особо я уверен, поэтому посажу гуще, чем полагается. Но если уже густо вырастет, все вырастут, то можно будет разреживать. Это не проблема. Ну, конечно, портулак пересаживать не стоит. Лучше заново садить, если где-то захочется другую грядку. Но рассадами это не особо хорошо получается. Ну вот, семена я распределил. Сейчас надо будет аккуратненько накрыть, чтобы сильно не зарыть. То как, опять же повторюсь, семена мелкие, чтобы могли всходить, это пробиться через толщу земли. Можно какой кусочек картона или бумажечку толстую, или ладошкой можно, это если ничего нету под рукой. Ну вот, накрыли. И обязательно утрамбовочка. Надо, чтобы семена прижались к земле. Также, опять же, помогает очень быстрому всходу. Ну вот, посадочку мы произвели. Поливать я не буду, заранее землю увлажнял. Но если надо будет, то в дальнейшем обязательно я землю увлажню при необходимости. 12 дней назад я сажал семена портулака. Ну вот уже 2 дня назад начали показываться первые всходы. Ну а сейчас уже в обоих рядах нормальные это всходы. То есть где-то, конечно, редковато, где густо даже придется разрывать. Ну а в дальнейшем поддерживать водный баланс опять же. Ну и прополочка. Прошло 2 недели после всхода портулака. Смотрите на данный момент, какие он вырос. Ну, разреживать не пришлось, кое-где они пропали, вредители немножечко помогли, холодом взяла их. Ну, а так, за это время я поддерживал водный баланс и траву убирал. Скоро будем снимать урожай. Еще 10 дней роста. И портулак наш, смотрите, какой вырос уже. Вполне готовый продукт. Теперь я их срежу, оставляя несколько листков, чтобы была точка роста. В дальнейшем, чтобы было откуда расти. Остальные срежу. Ну, а сорт мне, портулак этот, очень понравился. Поэтому я обязательно оставлю еще на семена. Ну, а портулак еще, кроме этого, можно и замораживать, заготавливать на зиму, что я и в дальнейшем собираюсь делать. Ну, а так вот, посмотрите, с одного куста немало получилось. А это вот из этих ростков еще в скором времени еще вырастут, можно будет еще срез делать. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание. До следующих видео. Всем успехов!